Я пойду рыбу ловить. Мы с тобой, сказали они. Они отплыли на лодке, но за всю ночь не поймали ни одной рыбы. Когда взошло солнце, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали его. Чадо мои! Поймали что-нибудь? Нет, не удалось! Забросьте сеть по правую сторону лодки, и будет рыба! Забросил Петр сеть. И не мог вытащить ее один. Так много рыбы в сеть попало. Ученик, которого любил Иисус, сказал Петру: «Это же Господь!» Услышав, что это Господь, Петр опоясался одеждою, ибо был он наг, и бросился в море. Другие ученики приплыли к берегу на лодке, так как они были метрах в 100 от суши и тащили сеть, полную рыбы. Когда они вышли на берег, то увидели пылающий очаг, на котором лежали рыба и хлеб. Принесите рыбу, что вы поймали сейчас. Симон Петр пошел и вытащил сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153. И при таком множестве сеть не порвалась. Садитесь, ешьте. Никто из учеников не спросил его: «Кто ты?» Все они знали, что это Господь. Иисус преломил хлеб и дал каждому ученику. Дал также и рыбу. Третий раз уже явился Иисус ученикам своим после воскресения из мертвых. Когда они поели, Иисус сказал Симону Петру: «Симон, сын Иоанн...»